Всем привет! Всем привет! Сегодня последнее воскресенье. Перед Пасхой. Последнее воскресенье Адвента, последнее воскресенье перед Рождеством. И у нас в Нюрнберге на площади все четыре воскресенья. Было все украшено, красиво. Идем посмотрим, что там и как. И покажем вам. И какого-то фига дождь пошел. Центральный железнодорожный вокзал. Внизу стоит Святой Отец. Они раздают сладость. Нам подарили елочку. Вот такая вот елочка искусственная. Классная. А к ней еще подарили кучу игрушек. То есть у нас в этом году будет елочка, игрушки и даже вот такие вот гирлянды.
На eBay Kleinanzeigen выставили объявление, что дают бесплатно елку вместе с игрушками, с украшениями. Поэтому в этом году у нас даже будет елка. То есть, получается, кто-то передумал праздновать Рождество и Новый год и избавился от своей елочки перед Рождеством. На самом деле, они просто купили себе, наверное, гораздо больше, интереснее и новее.